подославная, а это главное. И мне на ум пришла идейка призабавная, но не о Господе и не о космосе. Все эти новости уже обрыдли до смерти. Сказку, миф, фантасмагорию пропою вам с хором ли, один ли. Слушайте забавную историю некоего мистера МакКинли. Не супермена, не ковбоя, не хавбека, а просто маленького, просто человека. Кто он такой? Герой ли, сукин сын ли? Наш симпатичный господин МакКинли. Валяйте выводы, составьте мнение в конце рассказа, в меру разумения. Ну что, договорились, если так? Привет, Буэнос Диас, гутен так. Ночуешь в спаленках, в обоих аленьких, и телевидение глядишь для самых маленьких. С утра полчасика займет гимнастика, прыжки, гримасы, отжимания от пластика. И трясешься ты в автобусе, на педали жмешь, кремя костями. Сколько вас на нашем тесном глобусе весело работает локтями, как наркоманы, кокаины, как больные, в заторах нюхаешь ты газы выхлопные. Но строен ты, от суеты худеют, подреют духом, телом старовеют. Через собратьев ты переступаешь, но успеваешь, все же успеваешь знакомым огрызнуться на ходу. Салют, день добрый, хауду-иду. Для созидания в коробке здания ты заползаешь, как в загоны на заклание. Под уервении, в самозабвении ты создаешь, творишь и рушишь в озарении. Люди, власти неимущие, кто-то вас со злого перепою, маленькие, но и всемогущие, окрестил безликою толпою. Будь вы на поле, у станка, в конторе, в классе, но вы причислены к какой-то серой массе. И в перерыв, в час подлинной свободы, вы наскоро жуете бутерброды. Что ж, эти сэндвичи, предметы сбыта, и так приятного вам аппетита. Нелегкий век стоит перед тобой, и все же гутен морген, дорогой. Дела семейные, платки нашейные, и пояса, и чудеса галантерейные. Цена кусается, жена ласкается, махнуть рукой до рука не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник-трикотажник. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вывернешь бумажник. Все ваши будни, да и праздники морозные, и вы с женою, как на праздники, как на кладбище серьезные. С холодных стен, с огромного плаката, на вас глядят веселые ребята и улыбаются во всех витринах. Отцы семейств в штанах и лимузинах, откормленные люди на счетах, приветствуют по-братски «Гутен таг!». Откуда денежка? Куда ты денешься? Тебе полвека, друг, а ты еще надеешься. Не жди от ближнего, моли Всевышнего, уж он всегда тебе пошлет ребенка лишнего. Трое, четверо и шестеро, вы, конечно, любите сыночка. Мировое детское нашествие, песни сорванцов и ангелочков. Ты улыбаешься обложкам и нарядам, ты твердо веришь, удивительное рядом.
не верь, старик, что мы за все в ответе, что где-то дети гибнут, где не эти, чуть-чуть задуматься, хоть вниз с обрыва. А жить-то надо, надо жить красиво. Передохни, расслабься, перекур. Гудей, дружище, пламенный бонжур. Ах, люди странные, пустокарманные, вы постоянные клиенты ресторанные, машины бездонные, стомиллионные, вы наполняете, вы толпы стадионные, и ничто без вас не крутится, армии, правители и судьи, но у сильных горы словно устрица. Вы скользите, маленькие люди, и так о маленьком пекутся человеки, что забывают лишний ноль вписать на чеки. Ваш кандидат, а в прошлом он лобазник, вам иногда устраивает праздник, и не безликий вы, и вы не тени, коль надо в урны бросить бюллетени. А маленький хорошее словцо, кто скажет так, и плюнь ему в лицо, пусть это слово будет не в ходу. Привет, МакКинли, how do you do?